Любовь к детям – вот что придает новые силы и желание оставаться в профессии, говорит Ирина Бурцева. В сфере образования женщина более 25 лет. Последние 2 года работает заведующей первого детского сада Самары. Сегодня Ирина получила заслуженную награду. Потому что это награда признания, признание не только моего труда, но и всего коллектива. Ведь детский сад – это первый детский сад, это огромный коллектив сотрудников. Детский сад номер 1 – это несколько корпусов, в которых детей учат по 3 направлениям – художественно-эстетическому, робототехническому и физкультурно-спортивному. Образовательное учреждение входит в число лучших по России. Здесь воспитываются свыше 2000 детей и ежедневно трудится 300 сотрудников. Всего в Самаре 177 детских садов. В преддверии Дня учителя глава города Елена Лапушкина поздравила работников с профессиональным праздником. Я знаю, что для каждого из вас самое высшей благодарностью является достижение ваших учеников и воспитанников. И вам здесь тоже есть чем гордиться. Об этом говорят и результаты наших с вами самарских учеников на олимпиадах российских и международных. Об этом говорят и то, что наши самарские выпускники поступают в ведущие вузы страны. В адрес учителей звучат в первую очередь слова благодарности за их нелегкий ежедневный труд. Елена Лапушкина отметила, что администрация Самары уделяет огромное внимание отрасли образования. В городе открываются новые детские сады и школы, а учебные заведения оснащаются современным оборудованием. Мария Ильчан, Максим Гусев, события.